Соревнования атлеты легкого веса. Болгарин Абаджиев фиксирует в жиме 102,5 килограмма. На помосте советский спортсмен Виктор Бушуев. Ему принадлежит мировой рекорд в классическом троеборье. На штанге 125 килограммов. Это на 22,5 килограмма больше, чем у Абаджиева. Вес взят. Второе движение. Рывок. Виктор Бушуев берет вес 117,5 килограммов. В заключительном движении, толчке, Бушуев закрепляет свой успех. 147,5 килограммов. Чемпион мира и Европы Виктор Бушуев установил в троеборье новый мировой рекорд. 390 килограммов. На втором месте итальянец Лучиано Генова. Третье призовое место занял иранский спортсмен Тамрад.